Орлы борются с беспилотниками, а здесь отношения выясняют огромные питоны. Два присмыкающихся решили выяснить отношения и, что называется, по-мужски вышли поговорить с крыши дома прямо в окно. Неизвестно, что они там не поделили, какую-нибудь добычу или красивую питониху, но до смерти напугали хозяйку дома. Такое возможно не только в Австралии, ведь опасных животных можно встретить у себя дома и в самых неожиданных местах. Так что будьте бдительны. Смотрите, кто тут у нас. Я большая, огромная. Не, ну не анаконда, конечно. Что делать-то?